Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с гостями мероприятия. Марина, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Наша компания «Мегаполис Медиа». Мы профессионал в своем сегменте. Занимаемся в основном разработкой и внедрением корпоративных радиостанций по всей России. А две трети корпоративных радио в нашей стране – это наша работа, профессиональная команда. Сейчас на рынок мы вывели новый продукт. Это «Медиабокс». Что это такое, чуть попозже расскажу. Вот, очень интересная новинка, которая может решить несколько сразу задач в организации компании. Естественно, все это направлено на корпоративную культуру, чтобы она лучше функционировала, лучше взаимодействовала. Digital. А расскажите цель вашего присутствия здесь сегодня. Это представить новый продукт, да, как раз? Уже скажите подробнее про него. Мы представляли новый продукт, знакомились с гостями, обменивались контактами, общались, улыбались. Было весело и интересно. Спасибо. Расскажите, что нового вы представляете? Медиабокс – это медиапортал с единым окном, который позволяет решить сразу несколько задач. То есть, допустим, клиенту не нужно обращаться к нескольким подрядным организациям, чтобы отдельно сделать видео, аудио или там наполнение, допустим, какое-то еще. У нас все это в одном едином целом окне. То есть с помощью одного клика можно решить все вопросы. Допустим, поступает какая-то новость, выступление директора. И его можно сразу разносить везде, на ТВ, на соцсеть внутреннюю, да, и, соответственно, на корпоративное радио. И это все делаем мы, без лишней головной боли. Расскажите про целевую аудиторию форума. Есть ли тут ваши потенциальные клиенты? И, может быть, вы с кем-то познакомились? Ну, явки, пароли я сдавать не буду, но очень много интересных было гостей, и интересно было пообщаться, действительно, да. Я думаю, что этот форум нам очень будет полезен. Спасибо большое, оставайтесь с нами и не переключайтесь.